Я бы посоветовал это всем молодым людям. Хотя бы на 3 дня или на 1 неделю. Я могу предоставить вам соответствующую обстановку, либо же вы можете отправиться в Гималаи. Просто проведите какое-то время без определенной цели. Просто так. Проведите 3 дня в одиночестве, без телевизора, без книг, без мессенджеров, просто наедине с собой. Посмотрим, что произойдет. Вы должны познать природу того, кем вы являетесь. Не нужно продолжать избегать себя, надеясь, что однажды вы превратитесь в кого-то. Вы должны понять, насколько вы безумны. Если ваш ум не слушает вас, вы его не контролируете. Разве это не безумие? Просто попробуйте. Прямо сегодня, после того, как вернетесь домой, просто спокойно посидите в своей комнате. Понаблюдайте, как будет вести себя ваш ум. Вы сами поймете, можно никому об этом не говорить. Вы поймете, насколько вы безумны. Если вы выйдете в мир такими, что вы там создадите? Я обращаюсь к молодежи. Можете ли вы сделать это для самих себя, чтобы вы не были проблемой в собственной жизни? Чтобы вы не были проблемой в своей жизни. Если появятся другие проблемы, мы сделаем все, что в наших силах, чтобы с ними справиться. Но вы сами по себе не должны быть проблемой. Сделать это легко. Есть очень простые процессы, всего 20-30 минут в день, чтобы привнести эту возможность в вашу жизнь. Мне бы хотелось, чтобы это произошло со всеми молодыми людьми в этой стране. Потому что Индия, люди Индии пережили много страданий. Не знаю, как много вы об этом знаете, многие из вас из хороших семей. Я с раннего возраста бывал в сельской местности. Поверьте мне, все не так благополучно. Все не так хорошо, там далеко не идиллия. Все плохо. Очень плохо. Нельзя продолжать так жить дальше, заглушив свою человечность и считать, что все в порядке. Пришло время пробудить свою человечность, чтобы наше сердце билось для каждого, чтобы наше сердце истекало кровью за каждого, и мы сделаем все, что в наших силах. Если мы не делаем того, что не в наших силах, это не проблема. Но если мы не делаем того, что в наших силах, значит, наша жизнь — это катастрофа. Я желаю вам, чтобы вы не были такой катастрофой.